Медицинская марихуана. В этом бизнесе крутятся миллиарды долларов. Но будущее за травкой в таблетках. Пока как-то неубедительно. Многие слышали о том, что Бас Олдрин ходил по Луне. Но даже круглый двоечник скажет вам, что Нил Армстронг был первым. А знаете почему? Он был командиром экипажа. С его стороны. Потому что оттолкнул к чертям База Олдрина с дороги и взял историю в свои руки. Теперь убедили. Гарольд, ты летишь в Мексику. Надо доставить формулу в лабораторию. Салют! Меня похитили! Ты выбрал не лучшее время. Они требуют 5 миллионов долларов! Скажи похитителям, сделки не будет, пока они не дадут скидку. Что? Гарольд, мы перезвоним. Что за хрень? Мне его почти что жаль. Спокойнее, не нервничай. Да я спокойна. Кому-то не повезло. Что вообще происходит? Думаешь, кто-нибудь выжил? Опасный бизнес. О, Господь всемогущий, спаси меня от этого человека. Ты что, реально веришь в Бога? Конечно, я верю в Бога. Какой идиот в него не верит? Ну вот я не верю, что...